Мы ищем человека, чтобы отнес воду крестьянам на рисовые поля. Тебе сейчас нужно обзаводиться новыми друзьями. Что скажешь? Буду рад помочь. Отлично! Отправляйся к лорду. Он даст тебе воду и расскажет все, что нужно. Это было не слишком ум... Давай... Больше этого не случится. Ты занимаешься рисовыми полями, так? Ну и что? Ищешь работу? Меня послал Лефти. Да? И что он сказал? Давай поговорим о чем-нибудь еще. Не случится. Я должен отнести крестьянам воду. Хорошо. Вот тебе дюжина бутылок. Крестьян там почти вдвое больше, так что проследи, чтобы всем досталось поровну. Скорее всего, ты прав. Может быть. Что ты здесь делаешь? Ищ... Эй, я не хочу неприятностей. Ну тогда ладно. Трудно угадать заранее. Каждый день здесь проходит толпа народа, и каждый думает, что мир вращается именно вокруг него. Меня послал Лефти. Я принес тебе воды. Спасибо, парень. Еще немного, и я бы начал пить из лужи. Что ты вообще делаешь среди крестьян? Об этом меня попросил Ли. Я больше не дерусь. Разве только, чтобы защитить себя. Я убил одного парня. И это был уже перебор. В результате меня вышвырнули в богом проклятую колонию. Справедливо, в общем. Как это случилось? Обычная кабацкая драка. Я не хотел его убивать. Наверное, просто ударил слишком сильно. Тогда я был кузнецом, сам не знал своей силы. Почему ты присоединился к этому лагерю? Вот что я скажу тебе. У меня не было тогда другого выбора. Но я и не собираюсь позволять этим гуру промывать мне мозги. В старом лагере я немного не поладил со стражниками, хотя и воры, и наемники проявляли уважение. Они боялись тебя. Может быть. Но в любом случае, теперь я здесь и советую тебе попробовать то же самое. Как мне стать таким же сильным, как ты? Ты можешь научить меня? Даже если и могу. Для чего тебе нужна сила? Для того, чтобы научить этих ублюдков хорошим манерам. Прежде чем это случится, ты сам станешь одним из этих ублюдков. Нет, я не буду учить тебя ради этого. Я думал об этом. И что же? Нет. Я-то... Лев, типа. Спать. Были времена, когда все было совсем по-другому. Меня. Я думал, это выяснили еще очень давно. Пока меня не. Спасибо. Спасибо. Ты не должен верить всему. Меня выяснили еще очень давно. Ты не...
Спасибо. Верить всему. Похоже, назревает проблема. Я больше не слушаю. Меня по... Это было не слишком не моя проблема. Спасибо. 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 Спасибо, при... Спасибо. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Меня пос... Я не хочу в это ввязываться. Видишь, кому-то не безусать, не попадает... Спасибо, парень. Это как раз то, что нужно. Эй, ты! Хорошо! Кое для чего ты все-таки годишься. Думаю, это дело как раз для тебя. Теперь ты будешь разносить воду каждый день. И хватит отдыхать, иди займись делом. Может быть, больше этого не случится. Пока меня не впутали. Мы могли бы... А что ты можешь? Я думал, это выяснили еще очень давно. Скорее всего, ты прав. Ты собираешься пройти через эти ворота? А ты собираешься остановить меня? Нет, но ты должен знать, что тебя там ожидает. Это тебе не старый лагерь. Да и с сектой болотных придурков у нас мало общего. Так что же меня там ожидает? Здесь нет ни охранников, ни стражей, чтобы присматривать за порядком. Здесь каждый сам за себя. Вместе держимся только мы, наемники. Чем занимаются наемники? Мы наемники на службе у магов воды. Наша главная цель – вырваться отсюда. Мы много работаем и не собираемся расслабляться, как те типы из старого лагеря, что живут за счет рудокопов. Мы все подчиняемся Ли. Он великий человек. Он один из тех, кто поддерживает порядок в этом чертовом лагере. Чем занимаются маги? Они изучают магические свойства руды, которую скребки добывают в шахте. Насколько мне известно, они собираются взорвать всю чертову гору руды, чтобы уничтожить барьер и выбраться отсюда. Это должно быть опасно. Они говорят, что мы не должны волноваться. У вас большие запасы руды? Можно сказать и так. Мы называем их Железной горой. На нее можно купить даже жену короля. Но мы не собираемся отдавать свою руду этому старому пердуну. Мы хотим выбраться отсюда! Где находится эта железная гора?
Никогда не видел целую гору руды, а? В центре пещеры есть большая дыра. Руду сбрасывают туда. Но близко к ней тебе все равно не подобраться. И маги, и наши люди все охраняют руду. И днем, и ночью. Да я просто спросил. Что насчет остальных людей? Одно жулье, все без исключения. На лагерем наплевать с высокого холма. Я бы скорее поручил какому-нибудь крестьянину охранять эти ворота, чем кому-нибудь из них. Как идут дела? Скребки по-прежнему добывают руду. Когда они наберут достаточно, мы взорвем всю железную гору. Эй, сзади! Что-нибудь ищешь? Я ищу течь в плотине. Похоже, над основанием поработал шнык. Эта тварь своими зубами и когтями подтачивает камни и деревянные балки под водой. Если так будет продолжаться, плотина вскоре разрушится. Это ты построил плотину? Да, я построил эту плотину, когда мы основали новый лагерь. Конечно, все помогали, но я был главным строителем. Могу ли я чем-то помочь? Конечно. Просто убеди эту тварь не подтачивать мою плотину. Где я могу найти этого шныга? Я бы поискал на другой стороне озера. Туда никто не ходит. Скорее всего, именно там находится логово шныга. А куда это ты собрал? Ну, туда. Забудь об этом. В бар Силоса пропускает только рудокопов и воров. Я думал, это выяснили еще очень давно. Всегда болтают. Я не хочу в этом ввязываться. Что это когда-нибудь изменится? Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Люди. Скорее всего, пока меня не впутали. Некоторых людей люди ничего всегда не болтают. Держи. Похоже, ты не слишком проворен. Я могу помочь тебе. Ты можешь мне помочь? Я могу обучить тебя контролю над телом. Это искусство называется акробатика. Что-то не то в этой истории. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Каждый раз. Я больше не слушаю. Я не хочу. Скорее всего, ты прав. Некоторых людей ничего не учат. Если ты думаешь... Веришь кому-то и в результате... Что-то не то в этой истории. Некоторые... Каждый раз одна и та же... Некоторых людей ничего не учат. Каждый раз... Похоже на...
должен верить. Держи это при себе. Люди не обязательно знают. Шш! Эй, ты! Кто? Я? Ты! Иди сюда! Что тебе нужно? Ты новенький, да? Это сразу заметно. Тебе предстоит многому научиться. Если хочешь, я могу кое о чем рассказать. И всегда смотри, с кем ты разговариваешь. К примеру, Буч. Вон тот тип у костра. Держись от него подальше. В результате попадаешь в неприятности. А что такого с этим Бутчем? У него есть дурная привычка бить всех новичков. Так что тебе не стоит попадаться ему на глаза. Чему ты можешь меня научить? Ну а что ты хочешь узнать? Приветствую тебя, маг. Да пребудет с тобой благословение Аданоса. Я могу увеличить силу твоей магии или дать тебе нечто полезное. Что я могу для тебя сделать? Я хочу овладеть... Я сомневаюсь, что это как-то... Скорее всего, ты прав. Проблема. Это было не слишком умно. Ты должен следить за тем, чтобы... А ты куда собрался? А куда мне можно идти? К Ларсу. Я хочу увидеть Ларса. Сомневаюсь, что он захочет говорить с тобой. Я сам как-нибудь разберусь. Не буду тебя отговаривать. Куда собрался? Я хочу встретиться с Ларсом. Ларс здесь, но понадобится веский повод, чтобы оторвать его от дел. Меня прислал Мордрак. Давненько его здесь не было. Похоже, он переметнулся к старому лагерю. Мы пришли сюда вместе. Мордрак вернулся? Если встретишь его, скажи, что его разыскивает Ларс. Мордрак передал мне кое-что для Ларса. Что именно? Кольцо. Дорогая штуковина. Ладно, ты можешь увидеться с ним. Больше этого не случится. Некоторых людей ничего не учит. Пока меня не впутали. Были времена, когда все было совсем... Хочу присоединиться к твоей шайке. В самом деле? Да кто ты вообще такой? Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Меня прислал Мордрак. Он велел передать тебе это кольцо. Дорогая вещица. Здесь это обычное дело. Получил что-то, поделись с главарем шайки. Но то, что он передал это кольцо именно через тебя, уже говорит о многом. Похоже, Мордрак тебе доверяет. Я хочу, чтобы ты сходил к нему и передал ему кое-что от меня. Скажи ему, что мне нужен человек в лагере сектантов. Они затевают что-то большое, и я хочу знать, что происходит. Истории.
Этого не случится. Похоже, назревает проблема. Это точно не моя правда. Скорее всего, ты прав. А куда? Ну, за... Я... Ты не похож на этих скрипков. Так? А что... Это зависит от того... Что-то не то в этой истории. Это точно не моя проблема. У меня есть 10 кусков руды. Вот. 10 кусков, а? За это я позволю тебе попробовать еще раз. Ты оглох... Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Что-то не... Давай поговорим о чем-нибудь еще. Некоторых людей ничего не учат. Некоторых людей ничего не учат. Назревает. Что-то не то в этой истории. Хочу в это ввязать. Скорее всего, ты прав. Это было не слишком умно. Были времена, все было совсем... Нет. Каждый раз одна и та же. Thank you.
Чем ты занимаешься? Я охотник. Живу тем, что продаю клыки да шкуры. За это хорошо платят? Если все делаешь правильно, можно сорвать неплохой куш. Главное – научиться разделывать добычу. Я хочу научиться разделывать добычу. Что ты хочешь узнать? Ты, крыса, убери руки! Грязный воришка, я сломаю тебе руки! Ты, крыса, убери руки! Грязный воришка, я сломаю тебе руки!
Чем ты занимаешься? Я охотник. Охочусь в основном на падальщиков. Где мне достать хороший лук? У меня? Я продаю лучшие луки во всем старом лагере. Покажи мне, что... Ты можешь научить меня чему-нибудь? Это зависит от того, что ты хочешь узнать. Ты напрашиваешься на хорошую шпильку! Для этого мне нужен ключ. Хорошая идея. Пригодится на тот случай, если нужно забраться в дом так, чтобы хозяин ничего не заметил. При ходьбе присядь немного, и ты будешь лучше видеть пол, и сможешь точнее контролировать свои движения. Основной минус заключается в том, что в этой позе ты будешь привлекать к себе слишком много внимания. Следи за тем, чтобы никто не видел, как ты крадешься. Запомни это. И главное, никогда не попадайся. Ты напрашиваешься на хорошую взбучку! Больше он не осмелится появиться здесь. Было бы лучше, если бы ты убил его! Я сомневаюсь, что это... Были времена, когда все было совсем по-другому. Thank you.
покажи. Я хочу вызвать тебя на бой. Что? Но я не хочу драться. Может, просто выпьем по пиву и поговорим о внешнем мире? Нет, я хочу драться. Сейчас. Раз так, я готов. Мы будем драться. Ты готов? Иди за мной! Что ты собираешься делать с оружием? Ты бы... Ладно, поехали. Пусть победит сильнейший. Что за бой? Можно пройти? И я тебе... Людей ничего не учим. Держи это при себе.
Пока... Люди всегда болтают. Я сомневаюсь, что... Кто-то не то в этой истории. Если ты думаешь... Пока меня не впутали. Это точно не моя проблема. Держись. Лучше ни на что не отвлекаться. Когда все было совсем по-другому. Уверен. Некоторых людей ничего не учат. Люди всегда болтают. Если ты думаешь, ты должен следить за тем, что говоришь людям. Эй, ты! Давай поговорим о чем. Эй, ты! Что еще? Пришло время доказать, что мы на самом деле друзья. Всего 10 кусков руды. Что скажешь? Веришь кому-то, и в результате... Увидимся. Береги себя. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Были времена, все было совсем по-другому. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Это было не слишком умно. Некоторых людей ничего не учит. Можешь ли ты рассказать? Могу. Как добываются когти? На самом деле это очень просто, если ты знаешь, что и как делать. Нужно просто отогнуть коготь вперед, только не назад. И не пытайся его выдергивать. Разумеется, в дело идут далеко не все когти. Чаще всего мы добываем их у ящериц. Как добываются клыки? Главное не сломать их. Поставь нож примерно на середину зуба, у самого основания, и как рычагом выковырни его. Клыки есть у волков, глорхов и мракорисов. Как снять шкуру? Начинать следует с задней части туши, двигаясь к голове. Главное подцепить ее, дальше все будет легко. Мех стоит очень дорого. Одежду делают из шкуры волка или мракориса. Присмотревшись к меху, ты поймешь, годится он на что-нибудь или нет. Ты не должен верить всему. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ah!
Дай мне пройти. Дай мне пройти. Thank you.
Что вы здесь делаете? Мы доставляем Корголому слюну ползунов, добытую нашими братьями в старой шахте. Мы приходим за ней каждый день. Что это за слюна такая? Ее добывают из челюстей ползунов. Если все делать правильно, можно удалить их, не потеряв слюну. Ты можешь научить меня добывать слюну ползунов? Конечно! Убив одну из этих тварей, хватаешься за челюсти покрепче и вырываешь их. Так можно получить слюнные железы, не повредив их. Зачем эта слюна нужна Корголому? Насколько мне известно, из нее он готовит эликсиры, увеличивающие магическую силу послушников. Мы сейчас готовимся к великой церемонии, так что слюны вечно не хватает. Но когда у нас будет достаточно эликсира, Корголом подготовит всех послушников к великому дню. Ну как, теперь у вас достаточный? Нет. Это точно не моя проблема. Это было не слишком умно.